Нашел я искру на этом драндулете. Ну, там провода неправильно стояли, так что ничего страшного нет. Так-то он заводится, тарахтит, осталось найти повороты, почему не моргают. Фары горят, передние, ближние или дальние. А, дальний свет горит. Дальний, ближний не горит. Габариты горят, стоп-сигнал горит. Короче, он уже тарахтит, осталось поворот найти и пластик на него поставить. Может быть и затарахтит. Ну, у него сцепление маленько буксует. А так, ничего, нормально тарахтит. Заводится хорошо. Тарахтит. Осталось потихоньку собрать. Ну, этот я еще разобрал, приготовил задний мост полностью. Ну, осталось его амортизаторы закрепить и тоже его собирать, вариатор все полностью, так как я на этот все переставил, и там все новенько поставлю, будет нормально. А этот пластик и повороты. Ну все, продолжаем собирать.